Что делает мужчину мужчиной еще до рождения? Гормон мачо, король гормонов, гормон королей. Подобно дирижеру, тестостерон управляет работой многих систем организма, влияет на физическую силу, на способность к творчеству, образ мысли, интеллект, энергию и стиль поведения. Не говоря уже о том, что значит тестостерон для мужского здоровья и продолжительности жизни. Разберем подробнее, чем занят этот влиятельный господин тестостерон. Мозг. Помогает концентрировать внимание, улучшает память. Волосы. Стимулирует рост волос по мужскому типу. Голос. Ломает его в подростковом возрасте. Мускулы. Стимулирует рост мышечной массы. Кости. Поддерживает их высокую прочность. Сердце и сосуды. Замедляет процесс старения и защищает от жир. Препятствует накоплению избыточного жира в области живота. Тестостерон называют гормоном успешности. Мужчины с высоким уровнем этого гормона стремятся брать инициативу в свои руки, подчинять своей воле других. Они решительно выражают свое мнение и гнев, объемы выработки гормона и вскоре сворачивает работу. Однако есть факторы, способные влиять на количество главного мужского гормона в организме независимо от возраста. Отказ от мяса. Лучшим средством укрощения плоти во все времена считалась вегетарианская диета. Она лишена холестерина, без которого гормон вырабатываться не может. Длительное строгое вегетарианство снижает агрессивность мужчины. Климат. Вот здесь обитателям северных широт не очень повезло. Солнечные лучи стимулируют выработку мужских гормонов, поэтому на курортах человек и ощущает сексуальный всплеск, а жители жарких стран считаются самыми горячими в любви. Алкоголь. При повышении уровня алкоголя в крови пропорционально снижается количество тестостерона. Похмелье снижает уровень тестостерона на 20%. Исследователи Мичиганского университета выяснили, что во время просмотра криминальных драм и боевиков уровень тестостерона у мужчин повышается почти на 30%, а вот любовные сюжеты, напротив, его снижают. Может, поэтому мужчины терпеть не могут мелодрамы?